Всем привет! Ну что, наконец-то опять метро на моем канале. Сегодня будет необычное видео. Не в стандартном формате. Хотя такие уже были. Я нахожусь на станции Мневники. Давно я здесь не был. Все время поражаюсь высоте этой станции. Поезд кажется очень маленьким. А здесь я сегодня чтобы посмотреть вторую часть, так сказать, сделать по всем станциям БКЛ. Посмотреть участок от Мневников до Каховской. Вот эти вот 10 станций. Сейчас я поезд уедет, и я расскажу, почему я вообще тогда на них еще обзор не сделал. Заодно и подробно покажу вам поезд Москва-22. Хоть он и в метро уже полтора года катается, но... У меня он мелькал только в одной поездке, там несколько остановок я на нем проехал, но и новогоднюю. Вот, а почему я не снимал тогда эти станции? Ну, потому что как бы все их тогда засняли, они тем более были пыльные такие, ну, в общем, не было желания. Хотя я без съемки по ним катался. А, он что, следующий? Серьезно? Ну, ничего себе тут интервалы, конечно. Может, и мой так быстро приедет? Это, конечно, хорошо, но вот не в ту сторону. Он на Савеловскую погнал, а мне надо на Терехову. А сейчас я вам засниму станции, как они чувствуют себя спустя несколько месяцев своей работы. Но по пассажиропотоку на Мневниках ничего не поменялось. То есть это как была дико нагруженная станция, ну, в кавычках, конечно же, так она ею и осталась. Причем, по-моему, поезд-то пустой. Хотя я даже не посмотрел на нумерацию, на нем ли я приехал. Хотя нет, мой вроде до Каховской шел. В общем, непонятка какая-то. В поезде ни одного человека. Ну, до моего показывает 40 секунд. Я надеюсь, что расписание не врет. А оно не врет, судя по свету. Мы сейчас прокатимся до следующей станции. Вот, собственно, что нам сегодня предстоит посмотреть. О, ничего себе! Такие еще остались. Я думала, я их уже не увижу никогда.
Станция Терехова. Платформа справа. Ну, кстати, в поезде новые не прислоняшки повесили. А еще все-таки бахнет этим строительным материалом. Он даже не выветрился. Запах такой совсем новой станции. Вот, ну а насчет поезда в черной пленке я рад, потому что они мне, конечно, не очень радуют, но радует то, что я успею их поснимать. Потому что на кольцевой малой, которая, ну теперь она малая кольцевая же называется, я таких не встречал давно очень. Здесь такой участок есть интересный, с боковым расположением платформ. Ну вот на Терехово тоже никого не было, он вообще один-единственный на этой платформе, ну вот. Охранник станции, тупой транспортный фанат. Вот ровно так можно назвать, загруженность этой станции. Вот с похожим расположением мы смотрели станции на Некрасовской линии. Это, кстати, единственная станция, которую я не посмотрел вот вне съемки, не успел. Но она такая вот серая. Но вот какая-то она, ну, не совсем обычная. Они, кстати, объемные эти. Нет. О, человек, ребята. На станции Терехова человек — это редкость, между прочим. Сейчас я вам покажу вот между платформами. Вот такой переход здесь, чтобы перейти с одной платформы на другую, тут не просто по станции надо шагать, а именно, ну, там даже эскалатор работает. Тут надо именно вот по этому мостику пройтись. Судя по звуку, у меня уже едет поезд. Хотя нет. Ну вот на этой станции одно удовольствие. Вон он едет. Издалека прям видно. За минуту он появился. Фары. Его светодиодные. Одно удовольствие на этой станции находиться, потому что здесь еще меньше, чем на Мневниках, да и она для меня поинтереснее, потому что на Мневниках я уже был много, хотя и не был там довольно давно, а здесь я в первый раз. Вот, но начиная уже от этих Давыдковых всех, я, ну, сейчас буду подробно смотреть, потому что там-то я их из поезда только видел. Так что считайте, что моя реакция будет впервой. Кстати, по-моему, семивагонный состав, он что-то как-то очень уместился с большим запасом. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кунцевская. Платформа справа. О подозрительных предметах сообщайте машинисту.
станция Кунцевская. Платформа справа. Переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Выход к железнодорожной платформе Кунцевская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Здесь уже поживее гораздо. Здесь уже соприкосновение с Филевской, Арбатско-Покровской. Хотя станции, в принципе, похожи. Терехова и Кунцевская. Можно подвагонное оборудование посмотреть. 81-775. На станции, ну, мало интересного. Информационная колонна. Даже показано, где мы. Список автобусов, который нам сейчас, ну, не нужен. Тоже линии заснять. А то просили, особенно Арбатско-Покровскую. Но я сейчас, ну, буду контрастировать с транспортом. Вот метро, автобусы, трамваи. То есть я хочу для вас все поснимать. А мой взгляд, так интереснее, а не тупо метро постоянно. Катка. Вот обкатка попалась нам. А вон и наш поезд едет. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Давыдково. Платформа справа.
Платформа справа. Вот эта станция, да, конечно, она мне очень нравится. Потолки высокие, вот. Цвета контрастирующие, вот все как я люблю. Да и, кстати, Москва-2020 в брендовом своем окрасе, она как, ну, как никогда сюда подходит. Вообще, я считаю, что на БКЛ Москва-2020 это идеальный поезд. А вот когда я вижу на кольцевой линии там или на Калужской-Рижской, ну не знаю, мне не нравится, как они там, ну, не вписываются совершенно. Вот, например, на Калужской-Рижской линии на юге, ну, я-то на севере живу, а вот на южных станциях, таких как Беляева, там Калужская, там наоборот номерные, мне кажется, очень хорошо вписываются. Сейчас покажу вам панно. Здесь КамАЗ, пожарная машина. Пожары тушат. Даже Москва-Сити вот изображена. Наверху. Ну, B200. Это, если кто не знает, это гидроплан российский такой. Ми-8 здесь. Еще вертолет. Я, правда, не знаю, какой это, по-моему, Ми-26. Похож очень. Да, здесь Давыдкова, конечно, они постарались прям на славу. И на колоннах рисунки. Давыдкова, надпись. Довольно интересно сделано. Я похожего еще в нашем метро не встречал. Ну и вот, прикиньте, какая кропотливая работа. И навигация, кстати, огромная просто. Как на Савеловской прям. Вот, но он Давыдково, это последняя станция, которая... с боковыми платформами. Дальше пойдут от Аминьевской. Уже как мы привыкли видеть. Ну, я не знаю, вот, чем у меня думает вообще мозг. Сегодня хорошая погода. Ну вот. Вообще логично было бы поехать снимать общественный транспорт, но нет. Ну, какой общественный транспорт? Наземный. Но я поехала в метро. Тут в основном в белом брендовом цвете поезда. Черных раньше было много. А сейчас вот вообще нету. Совсем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Аминьевская.
пошел уже однопутный тоннель. Аминьевская. Выход к железнодорожной платформе Аминьевская и аэроэкспрессом в аэропорт Внуково. Красивая станция. Они, в принципе, все здесь неплохие. Мичуринский проспект, да, очень хочу показать. Ну, а, кстати, за звуком номерного. Такой вариант, конечно, она прям, ну, вылитый номерной по звукам. Сейчас покажу вам табличку. Может, для кого новость? Ну, лично для меня нет. Платформа Аминьевская довольно недавно открытая. Мой любимый звоночек прибытия. Потолок здесь делает, конечно, свое дело очень красиво. С этими лампочками, как будто море волнуется, знаете. Вот это уже выход на Аминьевское шоссе. Ну, сборка ВРЗ попалась. Та, которая со звуком привода дверей. Смотрите, здесь в такой рамочке пластмассовой, а там просто на стену наклеено. Наконец-то, конечно, БКЛ превратилась в настоящую длинную линию. А то до делового центра кататься и Домнёвников, но... А раньше и до Хорошовской. Но это не дело. Навигация здесь отсутствует, хотя должна быть. Опять же, информационная колонна. Ну, современный набор каждой станции метро в Москве. А нам еще вот столько ехать.
здесь поеду. Кстати, тоже сборка ОВРЗ. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Мичуринский проспект. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Проспект. Переход на Солнцевскую линию. Какая красота! Подошли, сказали, что нужно официальное разрешение, но вот объяснил им ситуацию, вот дальше поехал. Ну вот Мичуринский проспект, в конце фото просто вставлю, как она выглядит. Так что вы уж не обижайтесь. Станция проспект Вернадского. Переход на Сокольническую линию. Так, ну в общем, съемки продолжаются сейчас. Довольно глубокая станция. В конце эскалатора не видно. Здесь даже балконы есть. Ну, вот на Сокольническую пересадка.
Я не знаю, обратно, наверное, от Каховской по Серпуховской поеду. А фото Мичуринского проспекта, но я прикреплю в конце. Несколько фотографий из интернета красивых. Получше найду. Но на мини, вот обидно, конечно, что вот одну из самых красивых станций не получилось заснять. Может быть, как-нибудь туда вернусь. Я еще вот что надумал, надо такую же фигню замутить с Калужско-Рижским, но правда видео получится, наверное, очень длинным, но заодно и покажу, какое там сейчас безобразие с подвижным составом, потому что там целых 4, а если считать баклажан 81-760А за отдельный тип, тогда 5. Я заметил, здесь уже обновили все подсветки на бирюзовые, вот в поезде, я имею в виду, под саму линию. Вот хорошо вписывается Москва-2020 в эту концепцию всех новых станций. Какие швы красивые. А вот, ну, на старых станциях, ну, не нравится, как мне она выглядит. Здесь, ну ё-моё, это идеальное сочетание получается. Следующая станция — Новаторская.
Станция Новаторская. Это тоже очень красивая станция из-за своего потолка. Тоже семивагонный, по-моему. Ну, это из Красной Пресни. Я, по-моему, на этом даже катался. 75-104. Но все равно обидно с Мичуринским проспектом получилось. Такой интересный съезд. Знать бы, конечно, куда, но вот пересадки-то нет. Да и станция сама довольно пустынная. Конечно, так по-современному все. До следующего. Свист какой-то неприятный. Это вот опытный состав, у него меньше остекления, да и табло вот здесь, подсветка фиолетовая вообще. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Воронцовская. Будьте вежливы, уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Станция Воронцовская. Переход на станцию Калужская. Да, поезд действительно немного другой. Пассажиропотоком мне, конечно, приятно удивлен, потому что я думал, пустынные составы будут, а здесь. Вот. Ну а здесь на мою родную Калужско-Рижскую линию пересадка. Это, кстати, тоже потолок. Такой вот. Вот осталось две станции, это Зюзина и Каховская. А вот, по-моему, это... У него другие маршрутоуказатели, это именно электронные маршрутоуказатели, а не экраны. Ну, поезд мне нравится, конечно, но он не самый мой любимый. Наверное, самый-самый это номерной. Не знаю почему, но вот люблю я номерные. И звук хороший. Да и в эксплуатации, я думаю, простой. Попроще, чем вот это вот. Да, но только у нее эти Эмму не работают на этой Москве. Это в мою сторону поезд приехал. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Зюзина.
станция Зюзина. Вот Зюзина тоже красивая. То есть они здесь насчет дизайна, ну, намекания, нарёков нет. Действительно красивых, действительно красивые станции, нареканий мне, в общем-то, нету. Савеловский поезд. Но здесь уже, да, почти все белые. Я только две черные Москвы видел. Ну, это объявления какие хорошие. Я на ней, по-моему, даже ездил. Да, а что, по-моему? Я на всех здесь ездил, которые они уже вот, ну, вот, в обратную сторону, в общем, пошли. Осталась последняя станция Каховская. Ну, тут 50 до поезда. Хотя, мне кажется, Зюзина другим проигрывает чуть-чуть. Последний поезд, на котором мы сейчас поедем. Это Москва 2020. Как ни странно. Вот 75012, это да, вот ее расклеили. Есть многие бывшие с Калужской Рижской линии. Мигающие. А вот мы, собственно, что проехали. Осторожно, двери закрываются. Вот отсюда. Следующая станция. Вот так, вот так, вот так. И сейчас на Каховскую приедем.
станция Каховская, конечная. Переход на станцию Севастопольская. Поезд дальше не идет. Пожалуйста, выйдите из вагона. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Все, Каховская. Ну а в завершение вот что хочу сказать. Станции, конечно, очень красивые. Все до единой. Вот. Да и Каховская освежилась. Хотя не знаю, зачем столько освещения. Там дальше Варшавская пойдет. Третья, надеюсь, часть осмотра станции. Здесь посадки нет. Ну, теперь БКЛ стала полноценной длинной линией. Поезда используют оборотный тупик, как на деловом центре. То есть в обратную сторону. Вот, ну а я пойду домой. Поеду, точнее. А вам предлагаю насладиться фотками прекрасного Мичуринского проспекта.